А все говорят, что хрустальный до сих пор. Поздравляю. Спасибо. Можешь что-нибудь сейчас вот травму получить вот на во время интервью? Да, вообще здорово могу хочу сделать. Привет! Сибирь, конечно, учудила. Но что вы хотели от клуба, где уровень организации даже не ВХЛ? Гораздо хуже. Новосибирский клуб потерял 4 очка за нарушение регламента. По делам. Нарушение регламента КХЛ произошло еще в сентябре. Новосибирский клуб одновременно выпускал на лед в 4 матчах Бека, Мерфи, Андрюфа и Гордеева. Последний, оказывается, хоть и родился в Омске, но имеет гражданство США, причем именно спортивное гражданство, которое является решающим в вопросе, легионер ли хоккеист или нет. Сам по себе российский паспорт не делает игрока не легионером. Например, вы знаете, почему иностранцем считается Дмитрий Яшкин. Можно сколько угодно говорить о том, что лига не досмотрела, но виноват в этом казусе прежде всего менеджер Сибири, ведь он обязан был точно проверить статус хоккеиста при подписании. Это как с медосмотром, исключительно зона ответственности руководства клуба. КХЛ уже приняла решение, изменила таблицу, и пути назад нет. Но теперь было бы правильно и в Новосибирске отказаться от генерального и спортивного директоров, так как последние явно провалили свою работу. К Фастовскому вообще очень много претензий за последние годы, но он постоянно ни в чем не виноват. Виноваты другие – игроки, тренеры, но только не он. Теперь пришло время отвечать именно ему. Что касается положения клуба, то оно не стало катастрофическим, но усложнило задачу попадания в восьмерку. В любом случае, нефтехимик химики Амур получит дополнительный стимул. Правда, Амур своим шансом догнать новосибирский клуб не воспользовался. Команда Андрея Мартемьянова уступила СКА 2-6, но в Санкт-Петербурге и трудно было рассчитывать на очки. Еще о происшествиях. Кто-то стрелял в автобус, где находились игроки МХЛ СКА Карелия. Это случилось после победы клуба в Балашихе против русских витязей. Неужели кто-то так сильно расстроился? В Челябинске тоже было небольшое чудо. Две забивающие команды «Трактор» и «Северсталь» сыграли в ничью 0-0 по итогам основного и дополнительного времени. Степанов же забил, да, победный? Он челябинский. Все, выиграли с победой. Логично. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Днем я разговаривал с Алексеем Заварухиным, главным тренером «Трактора», и он объяснил, что его команде гораздо проще выступать против тех, кто старается действовать от обороны. Плюс не забывайте, что «Трактор» вернулся после Минска, где проиграл, и им было важно доказать, что никаких серьезных проблем не существует. Так, мелочи. При этом скучной игру назвать нельзя. Голевые моменты были, просто вратари действовали здорово. Особенно поразил Самойлов из «Северстали». Парень весь сезон играл в ВХЛ, но сейчас выглядит очень уверенно. Вот попадал сегодня в пустые ворота, да, на тренировке? А в полную не попадал. К чему это привело? Поставили вратаря, а ты в тупике. Да. А ты не знал, что вратарь будет? Из Бурана. Нет, не знал. Может, вам в Челмес всем спуститься, если вы вратарю Бурану не можете забить? Вратарь из Бурана не вратарь теперь? Ну, из Бурана. Ну, что? А вы как бы в КХЛ. Ну, что? Надо Сибирь исключить из КХЛ. И что? Ну, хотелось бы видеть много голов, например, от Кирилла Пилипенко. Но и он почему-то в этот день не смог пробиться к воротам. А почему ты в «Динамо» плохо играл? Почему я в «Динамо» плохо играл? Я хорошо играл. Тебя сразу отправили в вышку. Ну, я там молодой был еще. А в «Автомобилисте»? Ну, в «Автомобилисте» ну, тоже были трудности. А в «Адмирале»? Адмирали, так я же там посредине сезона приехал, а потом клуб же закрылся. Но все равно плохо играл. Чего, нормально играл. Сколько давали, столько играл. А здесь-то ты вообще выдающийся хоккеист стал. Ну, партнеры. Партнеры, думаешь? Тренер, партнеры. Я думаю, что комфортная обстановка, тебя никто ничего не дергает. Я был твоим тренером, я просто с тобой здоровался утром, может, а вечером быть. Прощался. Может быть, да. Тебя вот нельзя трогать. Ну, согласись. Да. Здравствуй, Кирилл. Завтра в 19. А, это по рассылке, по WhatsApp получишь. Да. Но самое главное, что арена в Челябинске была заполнена на 100%. И люди придут на Сочи, так как реально любят хоккей. Да и хоккеисты там хотят выигрывать. А что Шабанов там делает?
А на игру-то он сможет выйти? Через 14 минут собрания он все еще найдет. Через сколько? 14. 12. Через 14 минут уже игра с Северстали. Собрание. А Шабанов все еще на льду. Вот как его выгонят? Очередная отставка в ВХЛ. Главный тренер «Сокола» Александр Нестеров потерял работу. И это понятное решение руководства клуба. После усиления команда в основном проигрывала и может не попасть в плей-офф. Возглавил клуб Максим Голанов. Возможно, временно. И последнее. Еще один скандал из ВХЛ. Игрок «Молота» Егор Манин был удален во время матча против «Барса» до конца игры из-за расовой дискриминации. Он неприлично обозвал одного из хоккеистов казанского клуба, и, вероятно, теперь хоккеиста пермского «Молота» ждет дисквалификация. Сам Манин в интервью признал свою неправоту, извинился за него и тренер, но вряд ли это повлияет на вердикт ВХЛ. Что же вы все такие несдержанные? Впрочем, я вас понимаю, все уже на пределе, быстрее бы отпуск. До свидания. Привет. Ты гетрами-то, зачем гетра-то? Это переоценено все. Гетра это эти, футбольные, у нас гамаш. А ты сказал гетра. Вот, сейчас проверим, да, Борисыч. А он тебе гетры принесет. А у меня гамаши принес. А вы, а где старые? Пусть старые это сдаст. Он наверняка торгует ими. Не торгует. Просто забывает, где их ложат. Ну, бывает такое. На дачу, помидоры подвязывают.